Самый трудный путь начинается с первого шага. Вы смотрите Рубин ТВ, наша команда вступает в борьбу за Еврокубок здесь, в сербской Ягодине. И мы сразу хотим вам рассказать о нашем сопернике. Эксклюзивно для Рубин ТВ за день до матча интервью нам согласился дать главный тренер команды Младен Додич. Младен, спасибо, что приехали. Спасибо, с приездом. Добро пожаловать в Ягодину. Младен, российские болельщики мало что знают о вашей команде. На каких принципах строится игра команды? Понятно, что болельщики знают о Ягодине немного. На таком уровне мы существуем всего 5 лет. Сейчас мы переживаем бум в развитии футбола. Это стало возможным благодаря вниманию города, который создает необходимую инфраструктуру. Год назад Ягодина достигла высшего результата в истории. 4-е место в чемпионате. Мы взяли кубок. У нас также есть опыт игры в Европе. Мы играли в первом отборочном раунде, но уступили. Победа в кубке позволила начать в этом году со второго отборочного раунда, и мы сразу столкнулись с Рубином. Вы тренировали команду и ранее Ягодину, но затем был перерыв, и сейчас вы с ней всего лишь 2 месяца провели. Должно быть, вы бы хотели больше времени для подготовки к такому сопернику, как Рубин. Сам клуб, град и эту экипу отлично познаем, свакого играча, и не было... Я работал здесь 1,5 года. Это мой второй приход сюда, все верно. Но я достаточно хорошо знаю футболистов. Эта команда мне не чужая. За сада совсем довольно за упознавание. И очевидно, напротив, у вас не было недостатка в информации о Рубине? Я должен сказать, что нет недостатка в информации о Рубине. Сайт, клубное телевидение. К тому же у нас были в распоряжении записи игр. Год назад вы играли с Партизаном. В общем, это не проблема. Что для вас, для команды и, в принципе, для города означает соперничество? Это вот дуэль двухматчевая с Рубином? Овака противник тог реноме са результатами за поштование, за респект у последних... Такая дуэль говорит нам о том, что мы идем вперед. Развивается наш футбол, клуб. Это большой вызов. Для руководства, для команды это колоссальный опыт. Доведе, да скажем, доведе Рубин, да игра овде пред своим навиачима. Будет неправильно, если я вас спрошу про слабые стороны Рубина. Назовите сильные. Да, кистрали с очигледные, податок... Победа над Барселоном. Достаточно посмотреть игры с Барселоной, Атлетико, Челси, Интер. Вы побеждали эти клубы, так что Рубин – европейский гигант. Рубина. Можете ли вы сказать, что знаете, как создать трудности Рубину? Сигурно, да, желя, да, да Рубину напрямую проблемы. Мы будем играть очень организованно, предстанем дисциплинированным коллективом. У нас есть опытные игроки. Мы хорошо играем на втором этаже и попробуем извлечь пользу из стандартов. И офензивы, и дефензивы за поштование. Ну и поскольку нас сейчас активно смотрит сербский болельщик, сербский любитель футбола, скажите нам, что вы ожидаете, что будет происходить здесь, на трибунах завтра? Очекуем, да стадион будет пополнен до последних места и да... Ждем завтра полный стадион, аншлаг. Хотим, чтобы болельщики, российские и сербские, вместе создали впечатление, что Россия и Сербия – наши народы, братья. Поготово, что Россия и Сербия заисто гае приятельские односы. Младен, спасибо большое. Желаю вам хорошо подготовиться к этой дуэли. Спасибо.